进一步深化与中华人民共和国。Мы очень озабочены политику следующего всегда за увеличение вооруженности. И мы уверены, что республики нас ждет. Пользуясь этим хорошим возможностью, прошу передать Си Цзиньпину и, пожалуйста, еще раз передайте. И прежде всего разрешите мне для него я также очень благодарю вас за... Также очень благодарю вас за ваши теплые слова.